Всем привет! Вот и пришло время испытать нашу копалку переделанную. Напомню, что копалка была куплена самая дешевая из самых дешевых. Там 20, 18 я купил за 16. Все они чебоксарские. Так, за 40. Покупать я не стал. По-моему, белорусская. Дороговато. Возможно, чебоксары и лепят такую хрень. Говно. Что нет конкурентов. Ну, это мое мнение просто. Так, отвлекся я. Так, что я... Ну, в комментарии будет ссылка. Что я переделал? Я только решил добавить не прутья, а пластину. И тут переставил вниз. А основная переделка будет в ссылке в комментарии. Так. Решил я подрезать нож. Еще мне не нравится поза. Двигатель перевешивает. Вот будешь ехать и отпустишь руки. Меня не покидает мысль, что нож выйдет из земли. Такое ощущение. Я решил подстраховаться. Вот так примерно. Не знаю, может, он и не нужен. Посмотрим. Поехали. В этом году картошки меньше, чем в прошлом. Копает вроде нормально. Резаный не попадается. Пробовал колеса опускать на одно деление. Резаные попадались. Я опять переставил. Это вибрация. Чуть-чуть газ прибавишь, вибрация. Приходится на самых малых работать. Не знаю, может что-нибудь переделать еще. Ну, всем спасибо.